Знаю ситуацию очень хорошо. В Нагорном Карабахе система государственного управления очень неэффективная. Политическая и властная элита, особенно после Второй Карабахской войны, очень инертная, есть нехватка политической воли, и люди просто не хотят сидеть и ждать, что случится с ними в такой ситуации, и хотят сделать какие-то активные шаги. Но перед тем, как делать такие шаги, конечно, нужно обдумывать, нужно советоваться с людьми, которые все-таки понимают, что происходит и какие цели преследует Азербайджан. Я уверен, что если вот эта инициатива состоится, никаких результатов абсолютно не будет. То есть это очень опасная инициатива, и я надеюсь, что все-таки не будет такого решения. И на самом деле это и обострит ситуацию на месте, потому что все-таки на этом участке есть азербайджанское военное присутствие. Мы видим все эти кранды, вот как раз вот это участок, где есть электростанция, там всегда стояли азербайджанские военные, и это может даже углубить или ухудшить ситуацию, да, и привести к новой эскалации.